Люди, когда веселятся, надевают на себя маски еще смешнее, чем их лица, и прыгают, и говорят, что все это веселый маскарад. А мы делаем слова еще смешнее, чем они есть на самом деле, и заставляем их прыгать. Дайте мне слово. Послушайте все. О-го-го! Эй-эй-эй! Меня, попугая, пирата морей! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Родился я в 1000-каком-то году, бананы лиановые чаще. Мой папа был папа-пугай-кокоду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать. И чтоб отомстить от зари до зари, учил я 3 слова, всего только 3. Упрямо себя заставлял повтори: Карама, Карина и черт побери. Послушайте все. О-го-го, эй-эй-эй, рассказ попугая, пирата морей. Нас шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под названием Бриг взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный 3 ночи 2 дня, и злые пираты пленили меня. Так начал я плавать на разных судах в районе экватора, в северных льдах, на разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, хауду еду. Но я повторял от зари до зари: Карамба, Карида и черт побери. Послушайте все, о-го-го, эй-эй-эй, меня, попугая, пирата морей. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Лет 100 я проплавал пиратом, и что ж, какой-то матросик пропащий продал меня в рабство за ломаный грош, а я уже был говорящий. Турецкий паша нож сломал пополам, когда я сказал ему: Паша, салам. И просто кондрашка хватила пашу, когда он узнал, что еще я пишу, считаю, пою и пляшу. Я Индию видел, Иран и Ирак, я Индии виду, мне попка дурак. Так думают только одни дикари: Карама, Карина и черт побери!